Мужские кнопочки, да? Я не хочу в деталях их рассказывать. Почему? Потому что то, что я видел Гангара, сделано намного профессионально, он давно этим занимается, делает прикольно и с юмором, его чувство юмора лучше всего работает. Я основу только покажу, что тут важно. Девочкам это надо знать. Да? Почему? Тогда вы будете знать и что просить, и почему он делает, особенно, ну и помочь ему, подсказать, и как маме, может быть, там ребенку подсказать и так дальше. Ну, первое, что уже, помните алгоритмик вот этот, да? Мужское, женское и так дальше. В чем у Гангара это отдел называется «5 секретов великолепного секса». Да. Но как нужно относиться, да, к тому, что я сейчас буду говорить? Вы уже заметили, да, что даже если я говорю что-то о женщинах, то и мужчины ловят в этом. И наоборот, мужчины, женское. Потому что, помните, когда части, то это не части. Это целое, такое, ну, в миниатюре, как говорится. Поэтому то, что я рассказываю, наложите на свой опыт. И это, знаете, напоминает так, что если я хочу из Харькова в Белгород, да, и это курс там, ну сколько тут, там 80 градусов, да, то я сейчас буду рассказывать, как из пункта А перебраться в пункт Б, и буду говорить о 80 градусах. Но у каждого из нас, скажите, если я на самолете лечу, и ветер отсюда, и я на 80 полечу, то куда я прилечу? Понятно, где-то сюда. Если ветер отсюда, то где-то туда улечу. Да. Поэтому каждый делайте коррекцию на свои обстоятельства. Да. То есть то, что я говорю, ну, не буквально, потому что Стрельчик сказал, да, я не авторитет. Да. Ну, для вас самый главный авторитет – это вот сигнал отсюда. Если там появляется детскость и этот самый, то это правильно. А если там оно не появляется тяжелее и хочется надо, потому что сказал, да, то я этого не говорил. Да. То есть корректируйте, как оно выглядело бы с вашей точки зрения. Да? Мне понравился сам подход. Ну, понятно, что это немножечко утрировано, что мужчины хотят секса, а женщины хотят только чувств. Да? И бывает и наоборот. Да? Это как бы основа, да? С чего начинается как бы воспитательный процесс внутри себя. А я и скажу на этом тренинге, что мы все дети в чувственной сфере. Да? Ну, на всякий случай. Да? Кто-то уже чуть-чуть повзрослел, кто-то уже это самое, хотя себя не переоценивайте. Да? Поэтому она говорит, а нет, ну вроде я не только секса хочу и так дальше, да. Но если начинаешь вникать туда где-то в глубину, то там, там подросток сидит, который до сих пор... Мне понравилось у Гангара, как мужское желание секса. Да? Ну, вы знаете, что у мужчин секс появляется, а потом потихонечку с возрастом. Да? И вот он хорошо продемонстрировал на такой кривой. Вот в этом месте оно появляется, ну, в каком-то возрасте, да. Вскакивает, тут бурлит все, да, и потом потихонечку начинает падать. Падает, а потом раз, и ты умираешь. О чем это говорит, да? Что у нас есть такое рассужее мнение, да, что в 18 там, лет или в 16 лет нам только секса и хочется, да, а к 70 уже, как говорится, сосед говорит, то ты говори. Да? Так вот это неправда. Эти механизмы очень хорошо работают. Другое дело, что у человека могут появиться какие-то представления неверные о себе, например, да? Где-то от кого-то услышанные и принятые на веру. Да? И, соответственно, в этот момент, опять-таки, ваше представление, он меняет и нашу физиологию, и поэтому какие-то дисфункции могут быть. Да. Но это очень легко устраняется. Тоже такими же работами, есть некоторые там, ну, специальные средства, химия, да, которые возвращают это назад. И... То есть само желание, оно как было, есть и будет, и пока он, и 100 лет он может это самое. Весь вопрос, что там уже маразм появился, да? То есть те представления, которые уже разрушили психику, да, и там уже и тело уже начинает сбоить и так дальше. Но эти вещи очень быстро восстанавливаются. И точно так же, вы помните, у мужчин очень многие вещи связаны с первым опытом. Да? И если первый опыт был, а у нас сейчас первый опыт, то есть вот этой культуры целомудрия нету, да? То есть оно, ну, как бы нарушенное. Функции. И вопрос стоит, скажем так, хоть как пикап проводи, что такое женщины, чтобы баланс восстановить и получить от мужчины то, что хотят, ну, то есть чувство вернуть, да, то вы уже знаете, да, просто просите, что вы хотите, только играйте в эту игру. Да. Вы просите, как это называется, ну, как дышать. Да. Просто хочу вдохнуть, дай вдохнуть. И вы имеете на это право. Мало того, если вы его выполняете, вы помогаете мужчине выполнить свою потребность удовлетворить. Потому что у него есть потребность вот это получить. Он просто неосознанно. Нас не восп... ну, раньше родители рассказывали, что научиться этому и так далее. А у мужчин что нужно делать, чтобы заниматься сексом? Да? Вот версия Гангара мне очень понравилась. Да? Обычно как
Говорит, какой вопрос задает мужчина, когда он хочет секса? Ты не хочешь заняться сексом, да? Как вы думаете, чаще всего, если вот так вот на улице взять 100 женщин и задать вопрос, какой ответ чаще всего прозвучит в ответ, не хочешь ли ты заниматься сексом? Я всегда говорю, хочу. Нет, конечно, кто-то скажет, хочу, да, но это поручик говорит, как вам удается женщин? 100% говорит, всегда удовлетворять себе сексом с женщинами. Говорит, элементарно, говорит, подхожу сзади, говорит, беру женщину за что-то берет, да, говорит, можно ли, мадам, вам впердолить, да? Так поручик можно же по морде получить. Говорит, конечно, чаще всего по морде, но, говорит, впердолить получается, да, говорит, просто количество перебирай, да, в конце концов, да, добьешься. Ну вот, я не за это, да. Я хочу показать 100% вариант, да, что нужно делать, если ты хочешь заняться сексом. Для мальчиков, девочки, я вас не вижу, не слышу, я говорю только мальчикам, да. Понятно, что не задавать этот вопрос, который чаще всего получишь «нет», да. А если да, то потому что надо и так дальше. А как, почему будет да после вот этих пунктов? Потому что сама захочет. Поняли идею, да? Теперь смотрите, первый вопрос называется, это даже не технология, это стратегия. А где это? Я вижу, вот она. Мужчина, вектор. Да? Первый вопрос, это даже не технология, это стратегия. Почему? Потому что технологий этой стратегии есть очень много. Да? Называется романтика. Да. Вот с этого начинается все. Что такое романтика по сути? Вот как отзывается эта фраза у вас? Что это такое? Девочка, ну-ка, на секундочку появитесь, скажите, что вы называете романтикой? Как минимум, это приятная какая-то неожиданность, да? Да. Да? Это что-то, что обычно не делают. Да? То есть, скажите, я вот когда-то искал слово, я нашел это слово в виде, знаете, слова «поступок». Это какой-то поступок ради вас. Да? То есть, по сути, это что-то такое. Это что-то, выход из зоны комфорта. И как вы думаете, ладно, он там секса захотел. И знает точно, что начинается это с этого, да? Вот как вы думаете, если в понятии романтика это что-то неожиданное, что раньше не делал, то что мы учимся, если мы ходим? Чему мы учимся? А если поступок это делать то, что раньше не делал, чему мы учимся? Делать то, что раньше не делал. Вы поняли, да? И смотрите, когда влюблены вот эти вещи, почему это важно в самом начале, да? Они включаются, мужчина сам делает поступок. Он делает то, что, блин, никогда в голову ему не пришло, такой бред. Да? За последние деньги купить там какие-то эти самые, да? Мало того, у нее еще как-то и в голову не приходит говорить, что ж ты последние деньги взял, да? И приятно, да? Ну, там что-то там мама изнутри скажет что-то, там, что ж ты там последние деньги картошки купил, да? Ну, приятно, бал все равно хлопнул и так дальше. Вопрос, когда это надо делать? Версия. Всегда. Да. Когда не лень, да. Почему? Потому что это в кайф. Да. Чтобы еще такого романтичного сделать, мелочи. Какой-то поступочек, какой-то ПДД, он связывается с вот тем алгоритмом, за которым мы говорили. Да. Хочешь секса, не надо спрашивать, что иди и делай. Как? Пункт номер один. Романтика. Когда? Мало ли, когда ты там захочешь, делай сегодня. Да. Оно все равно жетон там где-то западет. То есть вы поняли, да? Первый вариант и так дальше. Второй, то есть, ну, это, говорит, это пятое действие, он с конца там считает. Пятый пункт там такой-то, четвертый такой, третий, второй и первый, да. Четвертый пунктик, знаете, я даже особо не хочу на них останавливаться, да, потому что не хочу, как бы, перекусонами давать то, что у Гангара посмотреть. Пять секретов великолепного центра, я только их назову, да. Вторая вещь называется прелюдия. Третья вещь называется безопасность. Наоборот, время. Так, время. Вторая вещь называется безопасность. А на первую, на закусочку. Скажу чуть позже. Да? Что такое прелюдия? Да? Это, наверное, из той же области, где и женщины действуют по-мужски. Да? Иди сделай вот это. А вы помните, как претензия, ну, не претензия, а предъявляется? Да? Скажи, что тебе чувство сначала скажи. И только потом что-то делай, да? То есть перед тем, как к делу перейти, сделай что-то приятное. Сначала комплимент, а потом уже можно к делу переходить. Ну, вы поняли, да? Вот. То есть здесь смысл, что не торопись к чему-то. То есть, ну, что такое потерпи? Потерпи – это делай что-то приятное, пока произойдет то, что тебе надо. Да, что делать приятное? Ну, например, вот это. Это я не имею в виду прелюдия в постели. Там есть целая куча книг по вот этому, можно тут пообщаться, да. Вы уже техники получили, там комплимент, влияние роста, да, эти очень техники работают везде, в том числе и в постели. Да.
Но здесь что я хочу сказать? Вот этот аспект, да, мне он понравился, я на нем остановлюсь. Да? Это такой пример. Знаете, вот шоу показывают про секс. Просто помни вот это, сейчас я и раскрою пункт четвертый, да, третьим пунктом. Сидят женщины, какие-то профессора психологии, там, сексологи, да, и на тему, что почему-то мы такие бестолковые женщины, да, почему вот у нас оргазм не получается. Ну, женщины же умеют читать, сейчас статистика расходится, там 30% женщин не получают оргазм, некоторые уже мимитируют оргазм, там, значит, уже не поняли, что оргазм, что имитация, да, как-то так научились, да. Ну и все думают, ну как же так, что это самое. И в этот момент, когда там все рассказывают, почему женщины такие бестолковые, что им там надо делать, почему они такие фригидные, почему еще, а женщины парятся, боже, почему же мы такие, ну как же у нас так, ну как же это сделать такое, чтобы, ну вот классно, вершина там. Тим, вум, бул, бил, билдинги, там всякие прочие. Уже что только не стараются. Да, в этот момент идет такой опрос, ну и спрашивает. Да, когда идет шоу, идет на экране опрос. И там кнопочки тыкают народ. Сколько длится в среднем мужской, женский, не, мужской. Мужской, ну, с начала до оргазма. И там разные версии, там минута, там две минуты, три. И там народ тыкает, каждый свою кнопочку, и в итоге выбегает, что в среднем 2.5 минуты. Да? Тут начал 2.5 минуты, уже победный крик. В среднем. Да? Ну, статистика показывает. Это и женщины, и мужчины тыкают. Но женщины тоже знают. Даже, думаю, лучше, чем мужчины, да? Что-то запоминают. Никто не обращает на это внимания, опять обсуждает, почему мы такие бестолковые, ты-ты-ты-ты-ты-ты. Или 2 минуты там, да. Точно такой же вопрос касается женщин. Тоже разные варианты, там 20 минут, там 5 минут, 3 минуты. Да? Бух 11 минут. В среднем получилось, да. Никто не обращает внимания, продолжаются эти самые, да. А вы знаете, я вот обратил внимание на этот факт, да? И мы собрали вот этих выпускников математического факультета с университета. Ну и после таких длительных дискуссий пришли к выводу, что 2.5 минуты – это меньше, чем 11 минут. И если они стартовали вместе, и мужчина в среднем закончил гонку через 2.5 минуты, а женщина в среднем через 11 минут, то вопрос, почему у женщины фригидные, да? Нарисован прямо на этом самом. Да. И сразу же и алгоритм, как это делать. Да? Что нужно сделать, чтобы женщины не были фригидными? Надо взять вот эти 2 минуты и перенести сюда, правильно? И тогда, если... Это не значит, что женщина сама начала 9 минут, и тут мужчина подключился. Да? Это же имеется в виду, что когда вместе, то у женщин в среднем 11. Да? То есть как-то надо вместе начать, только так, чтобы мужчина начал здесь, да? А не здесь. Тогда стоит вопрос, а чем же ему вот это все время заниматься, понимаете, да? Ну, понятно, что не проектировать завтрашний день там и так дальше, да? И поэтому очень хороший ответ на вопрос предыдущий, да? И тогда в этом есть не только, вот, скажем так, душевный и духовный смысл, но и физический, да? То есть так устроена физиология мужчины и женщины, это просто надо знать. Да? Для женщин что это важно, что не надо париться по этому поводу. Почему? Потому что так Творец совершил, да? Я вам скажу, наилучшим образом для вас. Ну, поняли идею, да? То есть не парьтесь. Ну, еще, что такое один? С кого-то там больше, у кого-то меньше и так дальше. Тут еще зависит от того состояния, в котором ты, болит голова или не болит голова. Но если болит голова, у вас есть техника, которую мы 5 минут назад закончили, да? Если там сильно и повторяется, то у вас есть техника принятия уроков, да? То есть у вас есть чем работать, чтобы эта голова у вас наконец не болела. Особенно если вы выполняете упражнения, как порадовать душу, то она вообще перестает болеть, платится там, та-та-та. То есть это хороший аргумент, как сделать так, чтобы, ну, чтобы все звенело. Да? Особенно если это начинается с этого, да? И это является прелюдией для вот этого. Но время тут еще играет одну роль, не только, скажем так, сам секс, да? Но еще и период в жизни. Вот как вы думаете, какие года в жизни семейной пары являются самыми опасными для разводов чаще всего? 2, 3, да, в среднем 3-4 года, да, там больше всего разводов идет. Вопрос, почему? Никогда не было? А? Непонимание, да? Да. Смотрите, дело в том, что, как правило, в этот период уже есть ребенок.
у большинства, по крайней мере, да, у кого-то, ну, бывает некоторых через месяц, некоторых сначала ребенок, а потом это самое, да, и такое бывает. Но я говорю в среднем, да, опять поправка на ветер, у каждого там свое и так дальше. То есть у каждого некий период, который связан с тем, что появляется ребенок, и там очень много разводов. И это опасный период как и для женщин. Почему? Потому что в этот период, ну, она как бы работать не может, да? То есть там напряг идет особый. И почему тут непонимание идет? Потому что если рождается ребенок, то у мужчины как было, ну, с небольшим падением, помните, сексуальное влечение, да? Так оно и осталось. А у женщин нет. Потому что когда женщина даже беременеет, начинает происходить чудо, и у нее включается уже какая энергия? Мужская, она мама уже становится, да? И в этот момент ее больше всего интересует. Это не значит, что она секса не хочет, да? Да? Но это значит просто, что у нее еще и другие потребности появляются, они очень важные. И это и даже на физиологии. То, что вчера было эрогенным местом, сегодня, сука, только тронь. Да? Да. Мужчины некоторые не понимают, что такое, что грудь женщины, это уже не та грудь, которая была неделю назад, то есть месяц назад, год назад, это уже другое. И Гангар очень хорошо объяснил, говорит, ты не понимаешь этого, говорит, если бы тебе в трусы на 8 часов запустить двое таких молодых обезьян, да, да, и они играли твоими яичками 8 лет, и потом женщина вечером пришла и попыталась поласкать тебя, насколько бы эрогенно для тебя это выглядело, да. То есть оно немножечко доходит, просто это надо знать, да. И в тот период времени, когда вот такое наступает, да, делали такое исследование, первичность, ну, первые самые базовые такие физиологические особенности, я не буду говорить духовные, душевные, да, сон, еда, секс, да, то у мужчин потребность секс, еда, сон. Не поест, он же не заснет. Да. А особенно через 72 часа, так там и есть не хочется, да. Да. А у женщин сон, еда, секс. И понятно, что если у них приоритеты разные, они приходят, она спать, а он секса, то, конечно, будешь это, не буди. Да? Но это не то, то оргазма не будет. Поэтому что нужно сделать? В этот период все, что она хочет, надо ей дать. Чего она хочет? Хочет выспаться. Оптимальный вариант – обратить внимание на тех двух обезьян, которые летают, и на какое-то время дать ей возможность побыть одной. Да? Чтобы она занялась. Ну, неплохо было бы родителям знать об этом, молодым, которые еще не родители, да, что такое бывает. Да, потому что мужчина не понимает, как был на работе, тут что, ты же дома ничего не делаешь. Ну, посиди дома. Во-первых, он поймет, что такое ничего не делаешь с двумя. Ну, на какое-то время. А во-вторых, она выспится. Потом они вместе покушают. Да? Ну, и поскольку... То есть, немножечко там смещаются приоритеты, да. Ну, то есть, эта идея понятна, да. Ну и вот третья вещь, что такое безопасность, это чисто психологическое состояние мужчины и женщины. Да? У мужчин вот эта чакра первая, она заполненная, это чакра безопасности. То есть он намного лучше себя чувствует в период, может там стрельба идти, он спокойнее сидеть, ну так мы устроены, да, мужчины. Безопасность мы создаем себе сами, потому что это внутреннее состояние. Это не стена вокруг, да, это не дом, да, хотя дом увеличивает как бы, потом привыкаешь и забываешь, что на самом деле безопасность здесь. Но зато вторая у мужчин слабенькая, да, там вечно что-то не хватает. У женщин наоборот, да, что первая не заполненная, да, а вторая брыжет. Но брыжет вторая будет тогда, если первая заполнится. А если женщина не заполнится, то откуда она может заполниться? Только от мужчины. Поэтому какие бы дома и коттеджи ни строила, женщина всегда будет чувствовать какое-то внутреннее беспокойство, которое она будет воспринимать как что-то безопасное. Ну, то есть опасное. То есть это внутреннее состояние. И физически в внешнем мире нельзя убрать то, что внутри сидит. Вы поняли идею? И почему? Что это значит? Да? То есть для мужчины даже заняться сексом, то гости дома, да, гости дорогие, водка там, на столе то. Сейчас мы придем к вам, в среднем через 2,5 минуты. Да. В среднем. Да, так что подождите немножко, развлекайтесь пока, да, и так дальше. То есть для мужчины это спокойно, нормально, он пошел и так дальше. Женщина чувствует и может спокойно отдаться, да, ну, то есть по полной программе, только если она чувствует, что секс с мужчиной ей безопасный. Не только секс, это самый яркий такой вещь, да, тогда открывается все, тогда может быть даже есть шанс, что не 11, а чуть ближе, да. Потому что вот этот период удлиняется, если рядом там машины ездить, особенно в любой момент. Помните, как в том анекдоте? Вовечка забежал в спальню и увидел аиста, да? Да. То есть, ну, то есть побеспокоиться, чтобы этот аист туда не забежал, да? И так далее.
То есть задача помнить об этом. То есть создать безопасность. Собственно говоря, для этого и нужна что? Прелюдия, да? Это мне понравилось. Лавелас. Анечка сказала, как это сказать, добродетельная Анечка или скромная Анечка сказала Лавеласу Коле 13 раз нет, 2 раза маме скажу, 3-й ты меня потом бросишь, там 28 раз не надо, там еще столько-то там раз нет, 1 раз ну ладно, давай. Да, Лавелас Коля сказал 90 раз, 98, Ваня, ну что ты, ну давай, да. Кто больше сказал слово? Добродетельная Анечка или Лавелас Коля, да? Он просто говорил одни и те же слова, да. Понятно, что есть некоторые слова, которые успокаивают женщину, да? Есть некоторые, которые это самое, да? То есть это влияет роль, потому что безопасность – это очень важная вещь, да? То есть это и физическая безопасность, и ментальная, и духовная, там, да, и состояние, и все прочее. Да. Ну, я вам скажу, посмотрите Гангара, там более подробно рассказывается. Короче, хочешь секса, начинаешь это, потом это, потом это, потом это. Да? И дальше никаких отказов не будет. Почему? Голова не болит, и дети, и выспалась. Да? Ну, если правильно понимать каждый из этих пунктов. И еще раз говорю, это не технология, это стратегия. Поэтому это как бы кнопки такие крупные. Да? А варианты их использования каждый сам себя подбирает по вкусу. А вот первый пункт, он, наверное, самый ключевой. Он делает секс действительно оргазмом. Да? И я вам скажу, что по этому пункту был нанесен самый крупный удар. То есть, если бы я занимался тем, чтобы люди как можно хуже жили в супружестве, как можно больше разводов, я бы бил бы именно по этому пункту. По нему и ударили в свое время. Этот пункт называется исключительность. Исключительность. Что такое исключительность? Да? Исключительность – это очень простая вещь. У одного мужчины только единственная женщина, и у одной женщины только единственный мужчина. Это не значит, что она должна. Это значит, что если я вхожу в отношения, да, раньше так и было. Да? Вы же помните, я уже касался этого вопроса, что была культура целомудрия. Да? Там целая куча исследований на этот счет есть, там от телегонии до целых куч. Это самое. Вот. А у нас сейчас по этому пункту бьется, во-первых, бьется со всех сторон. Да? У нас, когда шел фильм «Титаник», да, вот меня это просто поразило. Ну, кого не спросишь, о чем фильм «Титаник», все говорят, ну, вот красивая история, там, о любви, там, хорошем конце, драматично, красочно, там, даже без 3D эффектов. И тот так смотрел, что аж особенно конец этой фильма такой, и так дальше, и так далее. И никто не заметил, что на всем фильме, я называю это прямой доступ, мимо критического осознания, подсознания, было вброшено, ну, в большинстве фильмов вы находите эту вещь. Особенно старых фильмов, была брошена идея, которая принялась сознанием без критики. Пока мы смотрели «Ротяку», рот открыли на эти пейзажи, нам впарили одну идею, и мы ее приняли. Потому что мы были ошеломленные событиями, сюжетом. А вот именно подсознательно, в прямым доступом, это то, что я Ирочке объяснял, что есть информация, где впихивает прямым доступом. Самый прямой доступ – это взял, дотронулся. Не рассказал о том, какая гладенькая доска, а взял, дотронулся. И пока нам рассказывали историю, как тонул «Титаник», нам впарили идею, которая звучит очень просто. Все богатые – плохие, а бедные – хорошие. Вы заметили? Ни разу не повторили этого слова «уму». Но мы, посмотрев этот фильм, мы подсознательно, мы смотрели, ну все сволочи богатые, да, то-то-то, а бедные – все хорошие. А это неправда. Вот сами проверьте, да? Вам в жизни кто больше попортил крови? Билл Гейтс, там, Уоррен Баффет, да, Березовский лично пришел, да, или те люди, с которыми, ну, явно невысокого. То есть это неправда. Чаще всего нам портят жизнь. Ну, статистика, наверное, что там здесь, хотя кто его знает. Мне что-то кажется, что даже чем состоятельный человек, тем меньше ему желание портить. Мне хорошо, зачем мне портить кому-то? Он же не дурак и так дальше. Так вот, в отношении семьи нам мимо нашего сознания точно так же впаривают идею, и мы ее не хаваем. Да? Потому что они напрямую не говорят. Если бы напрямую сказала, мы бы засомневались. А поскольку она идет мимо нашего сознания, да? А как она делается? Да? Смотрите, перед тем, как мы, вот нас часто даже маме говорили, да, сначала образование, сначала найди работу, сначала заработай, сначала, и только потом.
женись. Какая спонсорская, вот тут вот семейная жизнь. Какая спонсорская мысль вот этих сначала? Что семья это все заберет, будет забирать. Согласны? Что семья это жизнезабирающий институт. Что сначала надо подготовиться, то есть сначала самому надо встать на ноги и только потом идти в супружество. А это ложь. Это неправда. Да. Нет, не в этом дело. Дело в том, что это, если вы не имеете, то намного лучше, намного быстрее, намного качественнее и намного легче можно приобрести, когда мы что? Вместе. Почему? Потому что мужская и женская энергия, потому что воодушевление, потому что любящая есть мотивация, потому что то, да, и потому что вместе трудности, а трудности объединяют в данной ситуации. То есть я не говорю, что не надо образования, я говорю, что вот это сначала нас убеждают вещи, и это сработало. Да. То есть люди сначала идут образование, 3 диплома, да, мужья потом или жены потом. Да. Сначала вот то, сначала то, и в итоге вот такое отношение складывается. Сначала вот что-то, а это вот потом, потому что заберет, а еще и такое и так дальше. Так я еще раз говорю, это первая неправда. И вторая неправда, что такое, ну, что касается исключительности. Нас в отношении сексуальной, как это сказать, культуры, если это можно назвать культурой, да, для нас самыми большими авторитетами являются люди, средний срок семейной жизни, у которых 3 месяца. Голливуд. Вот они нам рассказывают, что такое самый крутой, правильный мужчина. Да? Когда мы включаем экран, да, мы что видим? Что правильный, крутой мужчина, успешный мужчина, это мужчина, рядом с которым целая куча телок. Да? И вот что он не захочет, они то и делают. Уловили идею, да? Это первая, это как бы ментальная вещь. И вторая вещь, это, как это, я даже не знаю, как, ну, порнографией это не назовешь. Эротика, это кто-то называет. Короче, это, по сути, огромное количество голых женщин. Куда ни ткни, это влияет. И делали исследования просто не в открытой. Ну, можно поискать, конечно, да. Я вот коснулся этого вопроса, то я увидел, что есть целая куча исследований, как это влияет на мужскую психику. Да? Смотрите, где ловушка. Да? Мужчины чувствуют себя сексуально неудовлетворенными. И не думаю, что для того, чтобы сексуальное удовлетворение получить, надо... Ну, через исключительно побольше женщин, да? Или любовниц, это женщины уже знают. Мало того, уже и культура вот семейного консультирования очень часто зиждется на принципах, идет шоу, да? И стоит вопрос, как улучшить семейные отношения. Сидят умные люди, известные. Вы знаете, что если известный человек в чем-то один, то почему-то у нас создается впечатление, что он что-то тямит в чем-то другом. Да. Он спортсмен, и мы ему задаем вопрос, как он относится к политике Януковича. Да. И мы почему-то думаем, что его слова авторитетные. Почему? Потому что он первое место занял, потому что быстро ногами перебирал. Или там забил столько-то мячей. Да? То есть у нас такой вот. Поэтому если человек какой-то суперавторитет, особенно если ему бумагу выдали, да? То есть он еще не просто там в спорте, да, а он где-то там в каком-то институте, в очень крутом институте, да, MBA закончил, да, то он уж точно знает, что такое сексуальная жизнь. Он уж точно, если он сядет за преферанс, он выиграет у всех. Да? Хотя он ни разу не стоял, почему MBA. То есть и в сексе тоже. И вот сидят такие умные люди, артисты, обычно подбирают известных людей и задают им вопрос, как лучше всего. Вот встает один такой человек и говорит, а я, говорит, с женой там порнуху смотрю. Ну, то есть смотреть порнуху, все, о, как смело, знаете, такое на весь страну и так дальше. Все кивают, кто-то же его уважает, все пишут, конспектируют, о, первая вещь. Да. Второй говорит, любовницу заведу. Все, о, ура, и так дальше, и так далее. Третий там что-то еще говорит, там, анонизмом займусь, да, однополый, ну, еще какую-то хрень дает, да. И никому в голову не приходит, да, типа, проводить время вместе, там, комплименты делать, ПДД, сюрпризы, да. То есть нормальные вещи... Нормальным людям, может, вырезают или что, да? Но что-то в голову не приходит. Почему? А за это никто не аплодитирует. Все так неинтересно сказать. А вот это круто, да? Камеры со всех сторон раз 10 прокрутили с повтором, с деталями и так дальше. И вот это на нас влияет, да? А что показала практика? У женщин есть такой гормон, окситоцин называется. Ну, его, когда рожают женщины, да? Там, если застряло, то я не знаю, зачем его там цверкают, да? Но я
попытался разобраться, что он вообще воздействует. Да? Оказывается, окситоцин увеличивает чувствительность, тактильную чувствительность, одна из его функций. То есть я так понял, что природа побеспокоилась, что даже если у мамы не включился материнский инстинкт, то на период беременности включается этот инстинкт, да, и тело становится, ну оно и так выбрасывается, ну, окситоцин, но в этот момент оно становится сверхчувствительным. Да, и она ребенка уже прямо руками любит. Да, там наверху четко все продумано. Тело у нас совершенное и так дальше. Да. Соответственно, во время половой близости окситоцин увеличивает что? Чувствительность. Да? Ну, надо же как-то сокращать этот период и так далее. То есть выбрасывается. И что замечено было? Очень простая статистика. Чем больше половых партнеров у женщины, тем меньше выделяется окситоцина. То есть она еще менее становится чувствительной в сексе в этом случае. И, соответственно, как к детям она относится? Целая куча, 1400 человек, детей, 140 тысяч человек у нас в детских домах брошенных. Ну, дети и так дальше. Это вот, пожалуйста, когда хочешь, с кем хочешь, сколько хочешь. Да? Такая политика. Ну, трудно не принять версию, хотя, опять-таки, это только версия, что это не спецоперация по сокращению численности. Да, девочки, вот презервативы, главное, защищайтесь. Да? Подсознательно какая мысль идет? Нормально. Это школа, если в школе говорят, вы знаете, дети всегда взрослых спрашивают, это нормально. Но взрослых кто у нас? Родители, учителя и так дальше. Родители не спросишь, потому что моя об этом не думает. Это 100%, да? А в школе раз закрывают глаза, а как закрывают? Директор сказал, то и закрыли. Да, значит, так надо. Почему? Потому что школы выгонят, работы не будет. А гроши платят? Нет. Да. Ну, а куда же я пойду? Где же я еще буду? Да. То есть вы поняли фишку, да? Это что касается женщин. У мужчин то же самое, только еще хуже. Смотрите, где ловушка для мужчин. Вы же помните, мужчины и так, ну, скажем так, не обременены пещерным инстинктом, как женщины, что ребенок может появиться. Да? Ну, появился, это твоя проблема, типа, что не защищалась, да? Да, кстати, этот вопрос, вообще правильно, да, если мужчина позаботится о безопасности. Если женщина боится забеременеть, лучше ему позаботиться. Почему? Если она будет в этот момент заботиться, то оргазма не будет. Ну, поняли, полноценного и так дальше. Да, я думаю, что и девочкам это понравится, и пацаны могут здесь смекалку проявить в этом плане. Да. Я уже говорил, что мужчины чувствуют сексуальную неудовлетворенность. Почему? Потому что они точно знают, что сексуально удовлетворенный только мужчины, у которых много телок. Ну, телевизоры показывали, точно знаю. Немцы дурни, я дивилась кино. Да? Естественно, что он пробует, не получается. Он не удовлетворен. И он понимает, какой вывод он сделает. Значит, мало искал. Значит, надо искать другую. Вы же помните, если разогнался, не открывается дверь, надо просто сильнее разогнаться, тогда она откроется. Ну, так нас, ну, как-то наш ум так работает, да? Если ударил, не открыл, значит, бить сильнее надо. А это неправда. То есть, на самом деле, чем больше женщин, тем хуже. Но я хочу сказать одну ловушку для мужчин, потому что я, когда с ней столкнулся, я просто офигел. Да? Я не знаю, как у вас, девочки, с этим, да? Я нигде исследований не был, но с кем я не разговаривал, у мужчин у всех это есть. Я думаю, что и у вас что-то такое есть. Оказывается, в структуре нашего сознания, где-то там в глубине, находится такая маленькая субличность у нас. Она маленькая, потому что она невидимая. Но она очень хорошо работает. Да? Целью, представьте себе, что у каждого мужчины внутри живет мужчина, у которого одна единственная цель. Что у меня будет самая лучшая женщина. Как бы сидит кто-то, говорит, моя точно самая лучшая. И даже если он женится, и даже если он влюбится, то вы помните, этапы отношений потом привыкаются. Как только влюбленный, он засыпает, все, я задачу выполнил, пошел спать, и исчезает. Но как только начинает этап привыкания, особенно на этапе недостатков, оно вылазит и начинает зудеть. Наверное, промахнулся. Да? Моя чи не моя. Да? И будет искать еще. Да, пойдет, давайте допустим, что он нашел вторую, влюбился снова, снова спать пошел. Да? Вот когда вы с него вызовете, я рекомендую даже поговорить с ним как с уроком. Очень интересная беседа. Да? Я помню первый раз, когда я с ним общался, я говорю, так что ты хочешь? Он говорит, хочу самую лучшую. А это что тебе не нравится? Она же лучшая. Ну да, она классная, но вдруг здесь есть лучшая. Он так рассуждает. Да? И знаете, запретить ему не запретишь.
думать. Он же там сидит. Да? Но иногда, знаете, стоит чуть-чуть расслабиться, что, водки выпить, да, и он вылазит. Ты же расслабился, да? А в этот момент, мама, он же куда-то лезет, да? Хорошо, если я не сильно много выпил, да? Ты еще можешь остановить. Но если уже там тормозов нет, особенно если поссорились, да? А потом еще и водки, да? Этот 100% вылезет. Да? Естественно, будет что? Выполнять свою добросовестную миссию. Я вот и сидел дома, я помню, с ним разговариваю, подожди, ну хорошо, ну скачешь ты на вторую, да? Да, будет потом третья, будет четвертая. Ты уверен, что это будет лучше? Нет. И что ты будешь делать? Новую искать? Подожди. Хорошо, с этим понятно, да? Вот я так рассуждаю. Ну, возраст-то уже ж не тот будет, уже ж придется, какие достанутся, да? Он так задумался, ну да, и что же мы будем делать? И знаете, тут с него фраза такая, вот она меня просто поразила. Вот он говорит, так что, я не нужный? Поняли? Я вот как поймал его чувство, я понимаю, что не может быть, что он ненужный. Вы же помните, что если Творец создает, то ничего ненужного не создает. Ну неужели для того, чтобы я скакал там по женщинам, да? И вот в голове так пошли мысли, нужен. И до меня доходит его функция. Я говорю, нужен, я понял. Он так раз ожил. И что? Потому что уже, ну, типа, я уже и готов ради тебя и уйти. Ну так обидно, да? Я же так старался там. Вот. А так же и ум наша работа. Так что я ненужный? Нужный. Мало того, ищи. Притом ищи самую лучшую, намного лучшую найди. Он так удивленно смотрит, что же я такое скажу. Так я говорю, не вширь, а вглубь. А как это? Говорит, а если ты в одну и ту же женщину, там тоже много их, да? Просто вот это, вы поняли идею, да? То есть с этой частью, я вот всем мужчинам даже, думаю, специально разработаю такую вот технику, да, что именно с разговоры с этой, вот этой, я даже не знаю, как ее назвать, да? Это тот искатель принцессы своей, да? Вот сюда ищи, только ищи, не вширь перебирая, потому что глубоко не погрузишься. Ну, некогда как-то будет, уже следующую надо искать, да? Да? А ты ныряй в одну, да? И ты начинаешь туда нырять, 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 и мама, она еще и такая, она еще и такая. И он как представил эту вещь, все говорит, я понял, да? Почему? Потому что вот это и есть глубина проникновения друг в друга. То есть, если вы вот этого красавца не настроите, что он нужен и нужен правильно, то он поверхностный, как и весь наш ум. Он будет шариться там по вот этим. Но если его настроить, так подожди, дорогой, ты еще не до конца рассматривал, ты же просто политурку рассматривал 30 лет. Я 30 лет прожил, я все знаю. Да нет, ты просто политурку 30 лет изучил. Сначала она красивая, потом ты привык, потом недостатки, вот тут корка, тут потерлась, тут еще что-то и так далее. Переворачиваем. О, вау, да. Читай, не торопись, да, не по поверхности, по чуть-чуть. Ты это попробуй, и так, а ну-ка так романтнуть. А это и то нравится, а это, ну и так дальше, и так дальше. Но я вам скажу, когда вы с этим договоритесь, собственно говоря, договоритесь с этим. Да. Это я свое такое открытие нигде не читал, просто когда-то я столкнулся с этой частью себя давно и так дальше, и понял, что когда говоришь ему, что он ненужный, он себя плохо чувствует и никуда не девается. Он просто там зудит и рано или поздно вырывается. И в минуты как раз... А знаете, какие... А, да, еще какие моменты. Какие минуты. Почему иногда 2,5 минуты? Потому что голова болит. Если у женщин долго голова болит, и этот не проинструктирован, да? То он не будет ждать, да? А если он проинструктирован, или там сверху сидит тот, что попробуй только, да? То, конечно, если там же раз в полгода случается что-то, то не удивляйтесь, что там, почему в среднем 2,5 минуты. В среднем это значит у кого-то 11, а у кого-то 20 секунд. А некоторые умудряются до того, и уже ой, да? Я пошел спать. Да. Ну, что еще тут могу сказать, да? То есть тоже от женщин зависит. И еще одна вещь есть такая. Помните, одна из потребностей мужчин рассказывать о том, что у них там в голове. И если мужчина перестал делиться, то, скорее всего, он уже натолкнулся несколько раз на... То есть, скажем так, вот там в мужчин, вы помните, там эго слабое. Там есть очень слабенькая, но очень болезненная и очень полезная вещь, как бы это правильно сказать, которая защищает мужчину от отказов. Почему многие не любят сетевой бизнес, больше там женщин? Потому что для мужчины нет, это хуже некуда. Да? И вот эта часть защищает от отказов. И мужчина перестает рассказывать.
Но потребность делиться, ну, видение, говорит, учить видеть, никуда не делась, она есть. И именно в этот момент, когда женщина не выслушала его, бред ты несешь какой-то, обязательно найдется какая-то пигалица, которая скажет: «Боже, ваша идея такая классная, у вас даже лучше получится, чем вы думаете». Он вообще не собирался никуда, ему просто понравилось, что его потребность удовлетворилась и так дальше. Поэтому очень важно, болит, не болит голова, выслушай, да? Потом урок примешь и так дальше. Потому что когда мужчина поделился, вот эта и близость создается. Да? То есть вот поделился, поддержала, вспышка, пошел, сделал, вау, а там и чувство, да, а там и секс. Да? То есть оргазм — это когда три части. Да? Тело взрывается, потому что любят друг друга, от чувств душа, да, от того, что сделал, не зря прожил сегодняшний день. Мамонт наш будет выпить треугольник, да? Да? И тело — это когда клетки на клетку набрасываются, и вот когда вот вместе уже, ну, уже полностью. Да? Вот это уже оргазм. Такого оргазма очень мало кто переживает. И он такой многоступенчатый. Тогда начинаешь понимать, что жизнь удалась, и что за такую ночь можно и жизнь отдать. Да? Ну, собственно говоря, я говорю, посмотрите с Гангаром и посмотрите, как это все дополняет мужские пунктики, да? Как вы думаете, мужчине легко догадаться, что для женщины является романтичным? Нет. А как ему об этом узнать? Смотрите, свой первый пункт какой? Проси. Проси. Он откажет, ничего страшного. В память это попало туда, да? И в конце концов он будет знать, что вам надо сделать. Потому что какую-то глупость сделает, да? Потом будет думать, почему он там деньги потратил на какую-то. Мог бы вот это просто сказать или сделать. Да? То есть это в сочетании работает, да? А что, он сам не может догадаться? Догадается, просто ты может сделать что-то, что не ценишь. Ну, тебе просто это не важно. Он даже не знает. Почему важно делиться потребностями? Потому что это то же самое, что просить. Почему важно свои мечты на холодильнике, да? Потому что это то же самое, что просить. Там раз прошел, второй раз пришел, третий раз, там тарелку помыл, вау, там еще что-то, вау, там этот самый, что, говорит, мужчина не видит, что тазик стоит. Да нет, видит, просто там баллов мало, да? Да. Ну что, 2 балла буду тащить тазик, да, или тараканы травить. Я лучше полгода поработаю, и в последний момент в Париж поедем. Бедный, несчастный. Теща потом прибежала, сказала: лучше бы ты картошки купил. Да? Как она говорит, купила. Что будем покупать? Я говорю: дом на Канаре. Теща: 70 соток огорода. Да. А на чем мы гроши будем зарабатывать? Ну, у нее своя психология. Да. Ну, собственно говоря, вот они, 5 мужских пунктов. Вам домашнее задание — посмотреть Гангара. Я уже вам давал, не знаю, не давал. Просмотрите и мужчины, и женщины, желательно вместе, хотя можно и по отдельности, но смеяться, веселиться, да. И тем более на фоне юмора такие вещи доходят аж бегом, да. Тем более реакция публики, там много, весь зал, там, ну, потрясающие вещи, да, и так далее. Ну и последнее, что я хотел вам показать, вам кнопочку перезагрузки. Я просто проверил, когда-то это хорошо работает, немножко видоизмененный вид. Но в такой форме мне. Вам интересно? Это касается только супружеских пар. Вас, вас и вас. Интересно, как нажимается эта кнопочка? Ну тогда. Тогда я вам сейчас. Сейчас я возьму свой инструктаж. Да? Тетрадочки в сторону отложите. Значит. Знаете, есть такая в компьютере кнопка. Называется Delete. То есть, когда что-то, это, знаете, дети, когда играют, когда с ребенком играешь, и ты выигрываешь, да, он возмущается там и так дальше, да. А потом, знаете, когда есть вот это, какие-то коды, где ты играешь, а там можно через стенки проходить там, да. Короче, ты начинаешь, ты взрослый, ты знаешь, как это делать, ну, сбрасывать, чтобы по нулям было, обнуляться, да. Ребенок не знает, и пока ты хорошо играешь, да, он стремится к тебе догнать, и через какое-то время, он же чаще играет на этом самом, он начинает лучше играть, если ты видишь, что он воняет, раз, делает, по нулям. Папа, что ты делаешь? Ну, играйте. Он только выгоняет, раз, делает. Вот такая кнопка есть у нас. Да? То есть главное знать, как она называется. Да? Да. Ну, эта кнопка называется «Вместе». Я сейчас покажу, где она именно находится физически, да? Но она сопровождается таким маленьким инструктажом. Встаньте, пожалуйста, мальчики и девочки, и встаньте так друг напротив друга. Угу. Так, друг напротив друга, и просто смотрите друг другу в глаза. И я попрошу вас, спуститесь туда, где в сердце, и просто будьте там, глядя в глаза.
И начинают мужчины. Я просто говорю, а вы повторяете. Слово в слово, не торопясь, так же, как и я. Я буду паузы делать, вы паузы делать. Да. Любимая. Конечно. Мне очень жаль, что я не всегда такой муж, которым хочу быть для тебя. Что не всегда даю тебе заслуженное тобою внимание. Что слишком много пребываю в собственном мире, а не в нашем общем мире. Что требую иногда слишком много и не даю достаточно. Что не люблю тебя так, как мог бы любить. Пожалуйста, прости меня. Твоей любовью, твоей поддержкой, твоим терпением. Я постараюсь быть таким мужем, каким хочет видеть меня Творец. Отлично, девочки. Любимый, мне очень жаль сердцем, что я не всегда такая жена, какой хочу быть для тебя. Что не всегда благодарна тебе за все, что ты делаешь. И что не всегда люблю тебя так, как я этого хочу, и тебе это необходимо. Что не всегда верю в твои надежды и мечты. И что не люблю тебя так, как хочу любить. Пожалуйста, прости меня. Твоей любовью, твоей поддержкой, твоим терпением. Я постараюсь быть такой женой, какой хочет видеть меня Творец. А теперь кнопочка нажимайте, сделайте шаг друг к другу. Да, и губами к губам поцелуйтесь. Почувствуйте, что хочет тело, да? Отлично. Присядьте. Знаете, мы выросли вот в православной культуре, ну, в том понимании христианской православной культуре, да, а ее основа, по сути, это прощение. Прощение – это что? Вообще, прощение, по сути, да, ну, как я его понимаю, это понимание того, что прощать не за что. Когда я понял, что не за что прощать, то и простил. Да? Но в данном контексте под прощением подразумевается обязательство перед собой больше никогда не упоминать то, физически не упоминать, вслух не упоминать то, что расстраивало. Да? Все, забыли, проехали. Кнопку нажали, delete, с нуля и понеслись дальше. Вот когда мы так вот проговариваем, да, особенно когда это, ну как, когда это был даже такой ритуал, когда вступали в отношения, да, то есть там было специальное обязательство, в результате которого, вслух, да, женщина чувствовала, что этот мужчина ее и как, пока смерть не разлучит нас. Да. И тогда у нее включалось вот это. Она чувствовала себя в безопасности. Тогда она могла раскрыться и полностью дать то, что в ней много, и в чем мужчина всегда нуждается. Тогда у него просыпалась волевая чакра, и он ничего не боялся. Это чакра действий. Да? Ну и задача женщины, поскольку у нее более переполнена вот эта чакра, уже давать ее то, ну, чем мужчина использует для понимания того, что происходит. Ну, то есть чувствование для того, что происходит. Вот таким вот образом идет энергообмен между мужчинами и женщинами. Творец все классно задумал. Я не говорю за более высшие чакры, потому что они отвечают уже за служение людям, за служение Творцу там, и так дальше. То есть на сегодняшний день задача хотя бы поднять чакру хотя бы до этого уровня. Ну, то есть энергии. Потому что обычно она торчит на первом или на втором уровне. Да? До третьего даже не доходит и так дальше. А в христианской традиции прощение – это основа. Да? Помните, прости. Потому что если этого нет, то это не христианство. Это все что угодно. Поэтому мы идем и прощенное воскресенье, и покаяние – это что? Простить самого себя. Потому что все мы люди, все мы имеем вот эти. Да? То есть задача какая? Раздели себя. Я есть душа, и я есть мое поведение. Поведение управляется вот этими представлениями о жизни. А душа всегда есть душа. Это та мордочка, которая находится в каждом из нас. И поэтому, если мы видим в каждом мордочку, и мы отделяем вот это поведение, тело повело, ум так повел, но мордочка всегда остается в каждом, нам легко выйти в контакт с этой мордочкой.
да, и создать те отношения, ради которых мы сюда пришли. Так, вы помните, я вам обещал рассказать, что такое живая карта жизни. Помните, это 7 понятий, мы их коснулись. Творец, душа, человек, пара, что такое семья была, что такое род и что такое реальность. Вот они 7 вещей. Помните? Я им не все подряд рассказывал, но в итоге что-то мы с каждой и так дальше. Второе, о чем мы, мужчины и женщины, да, пару мы пришли, что у пары есть общая цель, а общая цель – это цель, которую нельзя выполнить одному. И пара супружеская – это экипаж, где каждый выполняет свою функцию. Да. И вы заметите, если мы рассматриваем все в целом, включая финансы, то как-то и не хочется самой уже, да? Почему? Потому что понимаешь, ну зачем оно мне? Не можно разобраться. Я думаю, что женщины достаточно умные, разберутся и в финансах, чем хочешь. Но зачем, если это не доставляет удовольствие? Гораздо проще воодушевить, тем более что. И так дальше, и так дальше. То есть вот здесь у каждого. И мы видим, что поскольку у нас разные функции, то у нас разные мозги. Уже знание вот этой особенности уже дает понимание друг друга. Потому что, говорит, он меня не любит. Да он не любит тебя, он не понимает тебя просто, да? Да? И именно потому, что он любит, ты узнала об этом. Потому что если бы не любил, он бы тебе рот не закрывал. Ему безразлично было. Да? Именно то, что мы любим, мы воспринимаем чужое поведение, отличающееся от нашего, как не любит. Это ошибка. Мы разные просто. И в этом и есть кайф. Да? Понимание, нахождение, да? И так дальше. То есть мозги разные, соответственно, и алгоритмы разные. Мы видели, какой смысл секса самого. Да? Что именно секс физический позволяет включить весь алгоритм. Это часть божественного замысла. Да? И самое интересное, что это единственное действие, совместная работа на планете, где мужчина и женщина, совместная работа, за которую Господь Бог вознаграждает оргазмом. То есть как бы вы ни работали на работе, как бы вы бизнес там ни делали, да? Как бы вы ни молились, ну как-то не клеится. Да? Вот когда вместе, и когда вот после подвига, да еще и любим, да еще и в теле, да еще и в романтикой, да еще и попросила и получила, да еще и с временем, и с безопасностью, да еще единственное, ну так это же, вот это уже оргазм. Да? Казалось бы, много там ингредиентов, но меньше, чем в борще. Да? Запомнить легко, главное на практике попрактиковаться и так дальше. Да. Дальше, вы помните, что мужской и женский мозг не только по-разному думает, но и по-разному оценивает. Зная особенности, делая женщине то, что ценит ее ум, а вы делаете мужчинам то, что его, да, и тогда будет ценность друг друга, мы будем чувствовать, ценить. Да. Следующая вещь, которую мы изучали, да, вы помните, что наша задача, вот мы в этой концепции живой карты, мы рассматриваем жизнь как переход. Мы жили в ветхой эпохе, для задачи была исследовать страх, ну и все, что вытекает, мало любви. Наша задача сейчас уже, день пришел, и уже, мы уже наполучались опыта страха, опыта там ошибок. Да. Никто нам не запрещает и дальше его, ну просто это уже трудно. Да, при желании можете себе там страдать, да, но в принципе это не обязательно. Да, сейчас задача какая? Избавиться от всего того, что приводит к страданию. И вы помните вот эти 7 вариантов счастья, 7 уровней счастья, что делайте то, что делает вас счастливыми. Первое – осознание достаточности, слизывайте вот эти вещи. Второе – осознание совершенства, принятие уроков, ну, семейное счастье. Тут уже где-то это касается и вместе делания, социальное счастье, дадите себя в этом самом. Да. Я не касался только вопроса призвания, в чем каждый лучший. Ну, это не была задача этой ступени. Да? Но предназначение человека – это повышать светлость. Это наше предназначение. То есть повышать светлость, счастливиться, создавать отношения – это одно и то же. Потому что если мы повышаем свои чувства, то у нас появляются новые отношения, новые связи с окружающим миром. И, соответственно, мир отзывается чем-то другим. Не тем, что было раньше. Подобное притягивает подобное. Ну, а бесподобное – бесподобное. Да? И мы изучили несколько техник. Техники влияния роста, вы помните, да? Это чисто вербальная техника. Если увидел что-то хорошее, обрати на это внимание. Во-первых, осчастливишься. Да? Если что-то то, что тебе не нравится, то найди, что в этом хорошего, и красиво скажи. Если тебя уже это достало, да, ты можешь прямо сказать, что, знаешь, когда ты делаешь так, мне вот не нравится, но если ты вот это, то я просто… О, и человек начинает тоже использовать, потому что мы все хотим, на самом деле, по природе мы не ущербные, да, мы совершенные. Да. Просто незнание этого, по сути, то, что мы делаем, это поиск своего совершенства, которое уже находится. Нам ничего не надо делать, чтобы быть совершенствованным, надо просто ощутить опыт совершенства. И для этого мы получаем представления, и большинство представлений, которые находятся у нас, они ложные. Да. И в этом контексте опять-таки видим совершенство, что наши чувства подсказывают, какие из наших представлений являются ложными.
поняли, то ли об отношениях, то ли о событиях и так дальше. Дальше мы изучили с вами технику принятия уроков, включение, помните, легкая техника, домашнее задание получили, и технику принятия уроков. Нашел, только цель сначала поставил, да, поняли цель, потому что действие. Вытащил, полюбил, считал новое чувство, оказывается, это было не огорчение, да, это кайф был, да, снял новую стратегию поведения, как себя вести, и, соответственно, новые действия. Делайте эти действия, и вот вам и этот самый. Плюс я вам показал технику избавления от этого мусора, который не нужен. Да? Она простая, до крику. Да? Она очень подобная на вот Хопонопону, только, я так понимаю, это намного мощнее. Техника тоже простая, не требующая особых там этих самых. Нащупал, сказал, и наблюдай, как оно уходит. То есть, по сути, это чисто такая не, почти что нейро... То есть сказал, и оно выполнил, как программная фишка. Да, одну программу на другую чисто вербальным уровнем сказал. Так, ну что мы еще? Мы увидели там три секрета женских кнопок. Да? Проси, вознаграждай и соблюдай условия. Ну и пять от этих мужских кнопочек. Их трудно назвать кнопочками, да? Но, по крайней мере, стратегия улавливается. Попроще. Хочешь секса, не надо просить, иди и делай. Первый пункт, пятый, четвертый, третий и самый главный первый. И так дальше. Тут промаха не будет. Да? Ну, собственно говоря, да. И вы помните, что если вы что-то делаете, то вы создаете впечатление, которое не просто на человеке остается. Оно уходит дальше. Да? Да. То есть вы комплимент, тут хорошее настроение, он пошел кому-то что-то. Вы поддержали, тому захочется поддержать. Это нормальное явление. Да? И так дальше. Ну, собственно говоря, и вы получили целую кучу домашних заданий. Да? Пожалуйста, если вы спрашиваете, что надо делать, что я хочу. Даже то, что вы узнали, оно уже будет работать. Потому что тут произошли события, которые, ну, вы уже тут изменились. Да? Вы стали по-другому, вы уже понимаете, что то, что нас мешает, то нам уже помогает, это уже не выбросишь. Это значит... Но что я вам хочу сказать, максимальный эффект, это если вы будете использовать, то есть делать то, что вы получили. А как бы вы ни знали что-то, если вы его не делаете, да? Результат все равно какой-то, мир как-то будет по-другому. Но я вам скажу, тут есть такая ловушечка, я не помню, говорил вам в начале, да? Что, по сути, это one-way ticket. Да? Что если вы уже погрузились в эти знания, то назад вы уже не вернетесь. Ну, это как рожаться, да? Вперед трудно, а назад невозможно. Все, что можно сделать, чтобы сделать жизнь счастливой, это те трудности, которые будут вас впереди воспринимать как приключения. Да? И поэтому смотрим, это не трудно, а как это? Прикольно, приключенчески. Да? Тогда жизнь становится приключением, по сути, исходя из концепции живой карты жизни, она таким и есть. Да. Эта планета создана как планета приключений. Иди и ищись на свою, как это говорят, кому-то Господь дал ясные золотые рученьки, кому ясную головоньку, кому-то попоньку с приключениями. Я думаю, что он всем нам дал все три части. Да? Да. Для того и рученьки золотые, и головонька ясная, чтобы попонька могла получать хорошее приключение. Ну, чтобы они были веселые, с хорошими и так дальше. Вот так, такого. Помните о первом и втором и делайте третье, да? Да. Ну и договоритесь, когда Галя с Верочкой проводят вот, клубы, да, я вам рекомендую приходить туда и просто практиковаться. Я вам практикой буду, даже то, что вы пришли, друг на друга посмотрели. Вот посмотрели, там, чем бы вы же за чаю попили или еще, это уже пользу дало. Если вы еще и поделитесь результатами, да, да, ну, ставить такую задачу, да, на клуб с историей. Какую-то историю, почему важно эту историю рассказать. То есть здесь не надо скромничать. Вы помните, наша задача получить урок, принять и передать другому. Да. Когда вы рассказываете такую историю, может быть, она для вас не очень воодушевляющая, да, но иногда она так воздействует на другого человека. Потому что на меня, кто рассказывает истории, тот правит миром. Да? Я не собираюсь, как говорю, всем миром править. Да? Мне как-то это не очень интересно. Но я знаю точно, что если ваша история, когда вы будете рассказывать, какая классная техника, ну, это не так воздействует на других людей. Но когда вы с этой техникой, у вас поменялись отношения с зятем, поменялись отношения с супругом. Боже мой, мой муж мне такой денер. Я уже вообще думал, что похоронила его. Да? И когда у вас там меняется, да, и вы потом рассказываете об этом, может быть, ты эту историю забудешь, а кто-то эту историю через 5 лет, что это была той первой историей, которая помогла мне. В общем, творите истории свои. Да. Чем больше жизни в ваших историях, да, тем слаще ваша жизнь. Потому что то, что нету жизни, то не жизнь. Да. Все. Спасибо. Ну что?